Современные инфопредприниматели, те, кто продает в интернете свои услуги и товары, в разных странах используют инструменты видеокоммуникации компании iVivi для проведения телемостов и видеоконференций, индивидуальных встреч и прямых продаж. Быстро, дешево и совсем просто устроить онлайн-встречу инфопредпринимателя и клиента, собрать коллег, партнеров, студентов на обучающий вебинар, провести служебное совещание с самыми удаленными филиалами и индивидуальными потребителями в разных городах и странах планеты. Это значительно увеличивает число конверсий и продаж. При этом выстраивается мостик доверия и повышается уровень экспертности инфобизнесмена. Инфопредприниматель, у которого нет инструментов для продвижения своего продукта, тогда наше предложение для вас просто находка. Кому будет интересно наше предложение? Новичку в интернет-продажах. Если вы только учитесь предлагать свой продукт и продавать его в интернете и хотите сделать это быстро, красиво и эффективно, мы идем к вам. Маститому инфопредпринимателю. Если у вас уже есть своя аудитория, вы хотите зарабатывать много и очень много, повышать конверсию продаж и узнаваемость личного бренда, тогда мы тоже идем к вам. Цифровая эпоха пришла и в мир инфобизнеса. Использование видеоконференций и телевещаний позволяет специалистам и клиентам проводить быстрые инновационные консультации и продажи пакетов услуг и товаров по всему миру. Огромное преимущество использования видеоконференций в инфобизнесе состоит в том, что консультант, продавец, бизнес-тренер, адвокат, любой другой инфопредприниматель из столицы или крупного города может прийти к своему клиенту, оптовому или розничному, из любой глубинки, где есть доступ к интернету, подобрать нужный пакет услуг или решить любую проблему, задачу, вопрос быстро и дешево. Затраты минимальны, эффект мгновенный. Что мы предлагаем? Комнату видеоконференции. До 50 слушателей, 8 выступающих в режиме онлайн. Личный телеканал. До 500 участников, одновременно двое ведущих, всего ведущих может быть 5. Страница захвата или приземления. Очень нужный для любого инфопредпринимателя инструмент. Конструктор видеописем. Рассыльщик тех самых видеописем, автореспондер. 10 тысяч писем в сутки отправляет. Кроме этого, есть очень большая библиотека файлов. Контакт-менеджер. И отчеты, где можно посмотреть, кто, когда и сколько раз из клиентов открыл письмо. И при этом очень выгодное предложение. Единая цена для всего пакета из всех этих важнейших для инфопредпринимателя продуктов. Но самое главное, что это в разы дешевле, чем у остальных подобных предложений на рынке. То есть на сегодняшнем рынке нет подобных предложений по такой демократичной цене. Все инструменты за одну и ту же очень низкую цену. Другие преимущества. Совместная работа нескольких филиалов, специалистов из разных стран и городов одновременно. Активный текстовый чат. Каждый участник конференции может задавать вопросы по ходу проведения мероприятия как ведущему специалисту, так и всем остальным участникам. Общий доступ к документам. Интерактивная доска, библиотека файлов. Возможность показа рабочего стола всем участникам видеоконференции. Наглядная презентация любых документов, слайдов, фотографий, видеороликов, писем, анкет, опросов. Живая запись конференции. Это новейшая разработка системы записи компании iVauvi.
Запись встречи одним нажатием кнопки. Клиент, любой другой специалист в удобное время может пересмотреть запись, вернуться еще раз к той или иной ее части, пройти по ссылкам. Это интернет-решение, которое не требует установки. Нет необходимости скачивать и устанавливать какие-либо программы на компьютер. Все управление легко проводится в личном бэк-офисе на браузерной основе. Приглашение участников с помощью одной ссылки. Слушателям нет необходимости иметь учетную запись iVive, так же, как и всем выступающим. Достаточно перейти по ссылке, чтобы присоединиться к онлайн-встрече. Высочайшая степень защиты данных. Используется третья степень защиты информации выше, чем в банках. И это тоже уникальное ноу-хау компании iVive. Как можно использовать видеоконференции в инфобизнесе? Интернет-консультация специалиста-инфопредпринимателя. Подбор нужного пакета услуг, решение вопросов, связанных с ним. Планирование виртуальных удаленных продаж. Совместная работа сотрудников. Это проведение всевозможных тренингов, вебинаров, лекций, собраний, конференций, совещаний и так далее. Любой формат. Онлайн-презентация приглашенного менеджера-профессионала из любой точки планеты. Координация работы участников в нескольких городах или странах одновременно. Проведение вебинаров на любые темы от команды специалистов. Мобильное приложение iVive позволяет инфопредпринимателям проводить, управлять и участвовать в мероприятиях из любого места. Совершенно не обязательно быть возле своего компьютера. Достаточно иметь смартфон или планшет. Мобильное приложение обладает тем же самым набором функций, что и версия для персонального компьютера. Пользователям приложения iVive доступно планирование любых мероприятий, потоковое вещание аудио и видео, проведение встреч со смартфона или планшетного компьютера, открытие общего доступа к экрану, использование текстового чата и запись мероприятий. Инфобизнес – это бизнес экспертности, результативности и впечатлений. С помощью видеокоммуникационных инструментов можно возбудить интерес к тому или иному пакету предложению своих клиентов, вызвать желание купить у специалиста тот или иной инфопродукт – курс, консультацию или книгу. Обратитесь за деталями и узнайте цены у партнеров, которые показали вам эту презентацию. Они всегда смогут продемонстрировать возможности инструментов видеокоммуникации вживую и настроить их под ваши индивидуальные запросы. В видеоконференции телевещания iVive здесь каждый голос имеет значение. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Теперь так легко достучаться до своего клиента. Продажи увеличиваются в 2, в 3, в 10 раз при демонстрации возможности онлайн-презентации. Пригласите своего клиента в свой виртуальный кабинет, отошлите ему видеописьмо с приглашением и соберите клиентскую базу с помощью страницы захвата. А свой личный телеканал – это не просто современно и инновационно. Это еще и очень круто. У ваших коллег-инфопредпринимателей есть свой личный телеканал?